Добрый вечер, дорогие друзья. Мы уже в апреле, движемся к жаркому флоридскому лету. И у нас сегодня очередной эфир «Законы и порядок в США» со Стивом Дудником. И у нас в гостях адвокат, человек, который разбирается во многих тонкостях этой жизни, Аркадий Бух. Аркадий, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришел. Спасибо, что нашел время. Вот. А вообще, сегодняшняя передача планировалась поговорить совсем о другом. Мы хотели с тобой давно поднять тему о общеобразовательных процессах университетов нашей страны. Но выяснилось, что есть более серьезные моменты в этой жизни, и эти моменты нам устроила Российская Федерация, а поддержала Соединенные Штаты Америки. И помимо того, что идет полноценная масштабная война, где люди пытаются разобраться, как выжить, как не выжить. А за последние пару недель на Российскую Федерацию свалилось огромное количество санкций. И, в общем-то, даже какой простой граждан Америки, который имеет свой бизнес, я даже на себе это очень сильно почувствовал. И поэтому я сегодня позвал тебя в студию, чтобы определиться вот с этими санкциями и что надо сделать, чтобы не сесть в тюрьму. И как многие люди говорят, что почему это должно касаться лично меня. У меня маленькая компания, у меня какой-то большой мега-холдинг, сталеварня, я не знаю, там, я не торгую газом и нефтью. Я маленький бизнес, почему меня это должно интересовать? Так вот, Аркадий, у меня к тебе первый вопрос, что ты нам разъяснил, как вот санкции могут затронуть нас, простых смертных, и действительно, можно ли за санкцию попасть в тюрьму? Или могут только дать по рукам, или просто дать какой-то маленький штраф? Вообще, что это такое, с чем это едят? Знаете, я последние 20 лет только с вот подобной ситуацией я постоянно разбираю. Не только разные ситуации, но с санкциями по несколько раз в год. Одно и то же. А сейчас санкции стало в сотни раз больше, чем то, что было раньше. Я, к примеру, приведу. Ребята продавали бинокли с тепловой подсветкой, с ночной подсветкой. Другие продавали насадки на турбины для электростанции. Четвертый продавал установочки для гильз, для охотничьих гильз. Что попало, подряд продавали. Каждый раз арест. 20 лет грозит за нарушение санкций, потому что это приборы двойного назначения. Ну, тогда было. Сейчас вообще просто все подряд. Ну, почти все подряд. Uh-huh. До 20 лет за отмывание денег. Я не говорю про миллионы. Я даже не говорю про сотни тысяч. Я говорю про какие-то несчастные 10-15 тысяч прогулялось туда-сюда. Как говорится, спичек не брали, еще 5 копеек. Итого лет 40 в тюрьме. И мы начинаем работать, мы начинаем списать. Прибегают от других адвокатов, нам грозит 40 лет в тюрьме, что делать? Мужу дали $1 миллион залог. За что? За то, что бинокли продавал. Это было 3 года назад, 5 лет тому назад. Сейчас количество санкций, я думаю, в сотни раз больше по индустриям, по банкам, по продуктам. То, что сделано из стали, нельзя. То, что сделано из каких-то российских материалов, которые были объявлены в санкциях, нельзя. Переводы денег, наличные, электронные. Количество санкций на уровне Ирана. Некоторые говорят, что их больше, чем в Иране. Я не согласен, потому что Иран полностью закрыли. С Россией сделали кучу дырок, как эти санкции можно либо обходить, либо получать лицензии. Такое тоже есть понятие. То есть индустрия закрыта. Например, там, металл нельзя завозить, сталь нельзя завозить с России. Но можно получать лицензии. То, что мы делаем. Надо писать в ОФАК, получать с них разрешение. Я не выругался, это Office of Financial Asset Control, Министерство Department of Treasury, Министерство по финансам, наверное, я бы так это перевел. То есть практически любые деяния или работа, бизнес, когда что-то уходит или приходит с России, или деньги переходят туда или сюда, больше, чем на несколько тысяч долларов, стоит задуматься, а что мы делаем.
Они посадят ли? Сейчас, причем агенты, с которыми мне приходилось работать, приятные, бравые солдаты-швейки. Но у них удивительная ненависть к России и к путинскому, так сказать, к путинской власти. И под эту гребенку заберут людей, которые просто хотели накормить свои семьи, которые просто брали наличные, меняли туда-сюда, которые меняли криптовалюту туда-сюда, которые брали пикап-траки и отправляли, а потом они говорят, что эти пикап-траки использовались в боевых целях или еще как-то, или срезали от джипов еще что-то. То есть надо делать комплаенс. Мне очень трудно обсуждать какие-то определенные бизнесы. Надо сказать, какой бизнес, и станет ясно, что можно, что нельзя. Ну и стало сложно. Аркадий, вот такой вопрос, человек задает вот такой вопрос, хотя я не согласен с этим вопросом, я считаю, что это неправильно. Зачем вообще торговать токсичной страной? Вы знаете, на самом деле, я считаю, что очень правильный вопрос. Многие компании богатые, то, что называется компании-миллиардеры, именно так и считают. Многие люди, которые имеют очень высокие принципы, тоже так считают. Я себя к таким же отношу. Но это с одной стороны. С другой стороны, есть много людей, которые просто хотят накормить свою семью. Они не хотят нарушать закон. Но если закон позволяет покупать определенные продукты или сервисы в России, они это делали много лет и кормили кучу работников на территории России и Соединенных Штатов, которые никакое отношение не имеют к нелюбимому путинскому режиму. Они просто кормили, группа людей кормила здесь и группа людей кормила там. Например, у меня есть хороший знакомый, который выращивает обалденнейший органический чай в Пятигорске. 10 сортов мят, там масса всяких классных вещей, другие здесь продают. Он кормит маленькую деревню, свою семью, и здесь люди тоже зарабатывают деньги на продаже этого чая. Ну что он плохого сделал в Украине? Ну, кому он оказал? И между нами он не очень любит тот режим, в котором он находится, потому что они мешают ему выращивать чай. То есть... На вопрос, зачем работать, ну, легко сказать, когда вы не работали, легко быть принципиальным, а когда вы 20 лет, 30 лет своей жизни работали на американский рынок и производили хороший мятный качественный чай, Ну, смотри, понимаешь, что у нас происходит? Происходит, что есть определенные люди, есть определенные семьи, которые работали, живя даже в Америке, граждане США, но которые имели бизнес, а между Россией и Америкой, и это действительно было годами, вдруг пришли какие-то санкции, и теперь что, им приходится закрывать свой бизнес и просто все терять все, что у них есть, потому что кто-то где-то что-то сказал, кто-то какие-то санкции где-то направил. И таких людей очень много, и как мы с тобой обсуждали пару дней назад, вот даже вот если человек получает деньги из России, там, я не знаю, за какую-то работу здесь, то он теперь должен что, 100 раз проверить, не имеют ли эти деньги отношения к российскому правительству, а как он это может проверить, а как он это может сделать. Это же тоже ему никто об этом не рассказывает. Понимаешь, это же тоже очень тяжело. Вы знаете, у меня было подряд несколько дел. Один из них я вел, это связано с санкционным делом, когда российское правительство платило деньги людям в Соединенных Штатах, чтобы они организовывали концерты и, так сказать, и продвигали российскую пропаганду, наверное. Российская кухня, российская, так сказать, кулинарная, так сказать, ярмарка и так далее. Вычислили и дали федеральное обвинение. Вопрос, так сказать, и одновременно ответ на ваш вопрос. А как человек мог знать, что он должен был делать? Как... Понимаете, на самом деле ответ очень простой. Если совсем мало денег и совсем, так сказать, копеечный бизнес, ну, как говорится, многие люди просто берут риск и на свой страх и риск делают то, что надо делать, чтобы накормить свою семью. Когда, так сказать, сотню, другую, третью в год зарабатывают, люди вынуждены, так сказать, брать адвокатов, садиться и делать исследования. Некоторые пытаются сами, это немножко опасно, пытаются понять, если в этой длинной логистике самолетов, пароходов, паровозов, контейнеров, финансовых операций, чтобы оплатить этот сервис,
А есть ли какие-то моменты, чтобы не посадили? Страшные сроки. Всех, кого арестуют, скажем так, с сегодняшнего дня за вот это дело, я практически гарантирую, они попадут в газеты и так сказать, и испортят себе карьеру. То есть надо аккуратно делать комплаенс. Что это значит для граждан России? Да очень грустно. А они должны будут свой товар или продукт или сервис продавать намного дешевле. Почему? Потому что американская сторона должна будет делать комплаенс. Теперь еще и за адвоката платить на свою голову. То есть и так был narrow margin, то есть очень узкий доход, а тут еще какой-то адвокат должен сидеть делать комплаенс. То есть, к сожалению, это проблема. Я опять не могу называть имена клиентов, но вот буквально подряд у меня звонки, а мы хотим торговать... Мы хотим купить, причем не американцы, а с других стран. Мы хотим купить там российские продукты, мы хотим купить российскую нефть. Мы волнуемся, у нас там на несколько сот тысяч долларов, там, больше миллиона долларов. Что делать? Надо садиться, смотреть. Европейские порты закрыли, надо просчитывать комплаенс, чтобы Европа не арестовала. То есть сейчас превратилось все в один громадный комплаенс. Что это значит для России? Да очень грустно. Они должны свои продукты продавать, ну, я не могу сказать, в полцены, но намного дешевле, чтобы туда поместились либо адвокатский офис со своим комплаенсом, либо куча каких-то секретарш умных, которые еще что-то пропустят, либо, то есть, ну, чтобы не произошло нарушение закона. Конечно, это удар по российской экономике, это удар по людям, которые в России, которые пытались накормить свои семьи. Вы знаете, очень многие начали собирать просто чемоданы, потому что это просто невозможно. То есть... Аркадий, скажи, пожалуйста, а что значит compliance? Вот пришел человек, говорит, хочу compliance. Вообще, как, в чем заключается вот работа адвоката, что вот делать такой compliance? Что надо? Он должен звонить в Госдепартамент и спрашивать, а можно или нельзя? Или он должен отправлять какие-то официальные письма? А что вообще, как это работает? Я приведу пример. Человек хочет покупать российскую нефть и привозить ее тут на каком-то острове, ее перерабатывать и продавать ее на лодке, чтобы было подешевле, так сказать, вот какой-то такой момент. Он гражданин здесь. На том острове закона нету, на Карибских там черт голову сломит. Странная логистика, как привезти, европейские порты сейчас закрыты. А как делать платежи, они ограничены. А русские чуть ли не за полцены готовы отдавать нефть. А есть маржа. Русские потеряли из этой войны, потеряли ровно половину стоимости. А вот человек приходит и говорит, а что мне делать? Мне надо кормить семью. Я всю жизнь занимался только одной вещью. Я торговал дизелем. Причем либо российским, либо какой-то там Венесуэла. В основном российское. Господин адвокат, ты можешь сесть, просчитать всю эту логистику, все вот эти транзакции, всю эту отправку, всю эту перегон контейнеров, а можно в баррелях возить. Есть разные варианты. Давай садиться, разбираться, как это сделать, чтобы не было нарушения закона. Если выясняется, что не получается организовать это без нарушения закона, есть такое понятие «получить лицензию». Мы это делаем, этим занимаемся. Что значит «получение лицензии»? То есть это откровенное нарушение закона. Чтобы его не происходило, мы пишем большой меморандум в Office of Financial Asset Control, вот этот ОФА, который поставил, я не выругался, это название офиса, и мы просим вот для этой операции или для серии операций разрешить, потому что вот мы хотим помочь бедным людям Гаити. Или мы это хотим сделать там для каких-то других положительных целей, и это никак не помогает и не ухудшает ситуацию с войной на Украине. К примеру, они нам присылают ответный, так сказать, меморандум со своими требованиями, расследованиями, часто это звонки какие-то, и после этого они вынесут решение Office of Financial Asset Control, на котором будет решено, так сказать, дать лицензию, то есть на отклонение от этой санкции или не дать. Это серьезная вещь. Но опять, конечно, люди, которые хотят 10 тысяч долларов наличными поменять в Майами на сколько-то рублей в Москве и устроить, так сказать, мелкое нарушение этих санкций, рисковать, что их посадят. Слушайте, это нелегально.
я какой, не шанс, могу... какой шанс под, за такие мелкие нарушения, вот 10 тысяч поменять, какой шанс? Вот я вижу постоянно в Фейсбуке есть объявление, а, вот у меня поменяю там доллары на рубли, а, дайте мне рубли там, я вам дам доллары здесь. Вот это вот является вообще каким-то нарушением? Я думаю, что на небольшое количество транзакций, а, скорее всего, не заберут. Но не в этом вопрос. Люди, они такие существа, они жадные. Они начинают делать все больше и больше, потом забирают. То есть я не могу рекомендовать делать даже на маленькое количество, это все равно нарушение закона. Но на моем опыте за 2-3 транзакции, за 2-3 операции, ну, наверное, не арестовали, и за 10 тоже. Но когда это начинает превращаться в большее количество, и суммы начинают переваливать, ну, скажем, шестизначное число, это тоже зависит еще от округа. То есть уровень... В Майами он, я бы назвал его, может быть, там в пару сотен тысяч. Такой же уровень, например, в Бруклине, чтобы Feds начали приходить. Манхэттен немножечко зажравшийся. Они хотят видеть семизначную цифру, в смысле больше миллиона. То есть это, конечно, зависит от округа, где это происходит. Но я понимаю, что где-нибудь на севере Флориды там и за 50 тысяч придут. Ну, так же, как на севере Нью-Йорка. То есть, ну, вот как-то так. То есть, опять, это ни в коей мере не рекомендация нарушать закон. Это откровенное нарушение, и не только нарушение санкций. Там много еще всего интересного. Сейчас расскажу. Аркадий, смотри, а вот предложил человек против режима Путина и против войны. И он просто взял свой бизнес, который у него в России, и попытался переехать сюда, в Америку, как-то здесь этот бизнес продлевать. У него будут с этим проблемы или нет? Дело в том, что бизнес – это не чемодан. Пустой. А это сотни, иногда тысячи транзакций. Это какая-то логистика. Это черт голову сломит. Это то, почему мелкие бизнесы не берут адвокатов, просто садятся и сами, так сказать, на авось надеются, что пронесет. И я признаю честно, проносит. Обычно не арестовывают. А не дай бог арестуют, это уже будет измеряться не десятками тысяч, а... Так сказать, адвокаты за такие дела начинают брать и под 100 тысяч долларов, вытаскивать по федеральной статье, когда это связано с санкционными делами. То есть, конечно, бизнес просто так перевести не получится. Там, опять, какой бизнес? То есть, если женщина шила варежки и продавала их на экспорт, я не знаю, наверное, проблем не будет. Если она приедет сюда и здесь будет шить. Но я таких и бизнесов не видел. Я видал автомобильные бизнесы, я видал компьютерные бизнесы, я видал какие-то бизнесы холлсейлов по продуктам, товарам, какие-то более серьезные. Бизнесы, когда речь идет, ну, скажем так, больше миллиона долларов в год в продаже, или, ну, может быть, немножко меньше, такое тоже. А не получится сейчас, что теперь люди, чтобы избавиться от конкурентов, начнут их сдавать? Вот, допустим, и вот у них есть конкурентный бизнес, и ты знаешь, что он ведет этот бизнес. Насколько легко будет просто теперь сдавать и избавляться от конкурентов? Такие же тоже возможности, по идее, появятся. Это то, что сегодня происходит. Это вот то, что сегодня происходит. Это, так сказать, обычная история. То есть люди имеют свой бизнес, и тут появляется кто-то, кто начинает делать то же самое, но без лицензии. Не получил лицензии от Department of Treasury, не получил то, что называется Money Transmitter License, и сидит у себя на квартире в Sunny Isles, приторговывает рублями и переводами. При этом не имеет, не подал, не получил лицензию. Между прочим, мы ее оформляем. Ну, конечно, есть хороший шанс, что конкурент видит, что у него забирают то, что называется долю рынка прямо с этих же Sunny Isles. И тогда он звонит, куда надо. А куда надо? То, конечно, ФБР или можно в крайнем случае позвонить в прокуратуру Дейд Каунти, они с удовольствием прибегут за unlicensed money transmittal. Обычная история, если мы говорим про всякие вот такие вот нелегальные или полулегальные, это даже трудно назвать обменниками, они там что-то вот меняют. Но это все закончится, это закончится тем, что они поменяют доллары на срок, скажи, пожалуйста, а вот, допустим, многие люди, я знаю, будут сейчас пытаться сделать так, что если третьи страны, допустим, они будут посылать товары в какие-то третьи страны свои, и вот через третьи страны переслать в Россию туда-обратно. А это является нарушением, если используешь между собой третьи страны для этого?
надо читать каждую определенную... Ты же помнишь, когда Белоруссия вдруг начала когда-то резко производить креветки, авокадо и все остальное, чего там вообще никогда не было. И все прекрасно понимали, что это вообще не Белоруссия, что они просто ставили штампы, что это их не так вот обходили санкции, еще первые санкции очень много лет обходили. Все об этом знали, и Америка об этом знала, все об этом знали, но все это шло. А дело в том, что важно понимать, что когда шли креветки и когда шли авокадо в Россию, это были российские санкции в отместку Европе, что мы не будем покупать ваших креветок. И тот, кто нарушал эти санкции, они нарушали российский закон. Другое дело, что Россия, так сказать, как я понимаю, особо за это сроками не раскидывается. Но в крайнем случае украдут креветок, 3 креветок сожгут и 20 креветок отнесут своим детям накормят. Как говорится, у российских таможенников тоже есть дети, и они тоже любят креветки. А с Америкой немножко по-другому. Это теперь не российские санкции, как вот то, что ты показываешь мне. Это уже американские санкции. И отличие американских санкций заключается в том, что в Америке практически любая административная статья имеет за собой тюремное наказание. Обычно в санкционных элементах это 20 лет плюс отмывание денег, иногда там есть 10 и 20, и плюс мелкие брызги. То есть заработать себе пару десятков лет в тюрьме за нарушение санкций, ну просто запросто. То есть и вот это та самая проблема. И вот сейчас, так сказать, российские компании просто схватились за голову. То есть они либо собирают чемоданы и просто бросают и уходят в другую индустрию, и уезжают. То есть у нас была большая компания, которая занималась, так сказать, маркетингом, девелопментом. Отчасти она находилась на Украине, отчасти находилась в России. Русские вынуждены были сбежать, невозможно работать. Вот я сам помог переехать в Израиль, это невозможно. Они говорят, что мы ненавидим Путина, я не называю имен, но это же невозможно. Аркадий, такой вопрос, если вот реально посмотреть, вот сколько будет, ну, я понятно, не могу сказать, сколько будет стоить, вот если мы возьмем два варианта, первый, разобраться с комплайенсом и дальше вести свой бизнес, насколько это дорого, может, даже потом уже невыгодно будет вести бизнес, или все-таки не делать такой комплайенс и попасть под федеральное дело и потом нанять адвоката или защиты. Вот если сделать, что легче, что дешевле, защищаться или все-таки сделать комплайенс? Дело в том, что... Конечно, дешевле сделать комплайенс и не волноваться. Но совсем маленький бизнес там, начинает там, 5-6 тысяч долларов. А если большие сложные логистические схемы, они могут быть и 10, и 20, и 30 даже. То есть больше, ну, не знаю, не уверен. Если лицензию получать, ну, может, немножко подороже. В реальности... защита от федерального дела сколько стоит? Примерно? Федеральные дела – это очень дорого. То есть там речь идет под 100 тысяч долларов – и это не включая суд, вот это уже будет совсем страшно. Вот это будет страшно, то есть, по сути дела, для зрителей совет, либо не нарушайте санкции, либо если совсем мелкий бизнес, может быть, лучше не надо, как кто-то из зрителей сказал, а зачем надо связываться с токсичными, так сказать, странами и с кровавой нефтью, ну, наверное, лучше не надо. Наверное, это вот правильный совет кто-то из зрителей прокомментировал. Наверное, лучше не надо, если... Да. Да, сегодня возник такой вопрос, мы как раз до программы говорили, давай на тему тоже поговорим, интересно. Вот многие люди имеют акции российских компаний, купленные на американских торгах. Ну, я не сильно понимаю в этом, но насколько я понимаю, купленные на американских торгах. И эти люди, они имеют грин-карт, они имеют гражданство, они имеют двойное гражданство, и купили они эти акции до санкций. И теперь вот что этим людям делать? Быстро от этих акций избавляться или можно их дальше держать? А если они будут их дальше держать, попадут ли они под этот комплайенс и могут ли они попасть под федеральное дело? Дело в том, что количество измеряется уже в сотнях, уже в тысячах разных санкций. И должен быть сделан комплайенс, должно быть проверено. Но, как говорится, сегодня, так сказать, на экране я могу сказать, что то, что сегодня продается на американском фондовой бирже, на Нью-Йоркской или на Чикагской, я бы порассчитывал на то, что местные, так сказать, биржевые адвокаты сделали правильный комплаенс, и если они там продаются, я бы, наверное, не нанимал адвоката и купил бы то, что сегодня продается на открытом
на открытой бирже, а если там есть проблема, они ее снимут с листинга, она будет delisted. Что я бы не рекомендовал делать, это переводить деньги в Россию, как многие делали это, и принимали участие в торгах на Московской фондовой бирже, а это приводит к инвестиции в Россию. Вот тут требуется намного более серьезный комплаенс, и как на скоряк, так выглядит, что нарушение санкций, если не делать глубокого исследования, но что-то уж мне это очень не нравится. То есть очень большой шанс, что будут аресты. Опять, если надо что-то, вот уж очень надо инвестировать большие деньги, надо садиться делать комплаенс, но заранее ответ, наверное, будет плохо. Наверное, арестуют. Аканя, а мы сейчас такое интересное тему поднимем, и она очень больная тема сейчас. А что у нас получилось? Вот есть люди с двойным гражданством, и американское, и российское гражданство. Они живут, они жили здесь и там, сейчас они пока находятся здесь, многие поехали туда, опять вернутся, и вот у них есть деньги в банках, но просто вот нормальный, как вот у меня, как у тебя, есть деньги в американских банках, Bank of America, может быть, Chase, но есть деньги в российских банках, и те банки, которые попались под санкции. И вот, вот эти вот люди, которые простые граждане, которые не занимаются бизнесом, а просто вот, ну, живут как-то, вот они тоже могут попасть под эти санкции, тоже за это могут арестовать? Вы знаете, сложно ответить, потому что с банковскими операциями и вот запреты на банки, вот последний самый крупный набор санкций пришел вчера. Он недостаточно еще адвокатами исследован. Но я могу, так сказать, прокомментировать про то, как было с Ираном. Почему? Причем здесь Иран? Да, там похожая ситуация была. Похоже, что, опять, не делав глубокого исследования, похоже, если это ваши собственные деньги в вашем банке, то если вы смогли его физически привести как-то, вывести там через третью страну, я практически уверен, что это нету нарушений. Но, опять, чтобы точно знать, надо садиться делать исследование. Но, опять, по сравнению, так сказать, по... На примере Ирана даже можно продать свой собственный дом и перевести сюда деньги. В то время как, например, купить дом, будучи резидентом или гражданином Ирана, уже нельзя. И продать его тоже уже нельзя будет. Это будет нарушение санкций, посадят надолго. А я понимаю, что нас, скорее всего, подвели к иранской модели, что вот подобные транзакции как раз... Но опять, надо исследовать, надо более детально. Мне немножко страшно давать совет, не зная четкого вопроса. Но, скорее всего, мы подойдем к иранской модели или уже стоим на грани иранской модели. Когда продолжим, мы немножко зададим от санкций. Может быть, у кого-то из ребят сейчас будет здесь вопрос, и они зададут. Ну, смотри, что получается? Теперь получается, что идут очень страшные, я с этим очень сильно не согласен, русофобные отношения к людям. Если теперь ты из России, и ты не имеешь никакого отношения ни к режиму Путина, и ты уже давно уехал сюда, вот я, как я неоднократно говорю, в Тампе, во Флориде избили мальчика в классе, потому что он на русском языке. И вообще вот это отношение, то, что ты приходишь в магазин, вот я недавно был в магазине, Total Wine, и пропала водка «Русский стандарт», «Столичный», еще что-то. И висят таблички, что мы не продаем русские товары, хотя половина этих водок была сделана вообще в Германии или где-то еще. Магазины меняют название с русских на какие-то другие, чтобы не побили стекла. Очень многие русские церкви здесь получили угрозы, потому что вот они русские. Вообще, вот это все, вот как ты, вот как адвокат, как ты вообще к этому относишься? Вот я считаю, что это неправильно. Люди не должны отвечать за то, что они уже не живут там, они уже уехали. От того, что ты говоришь на русском языке, это не значит, что ты поддерживаешь режим Путина, и не значит, что ты поддерживаешь войну. Но почему-то сейчас пошла какая-то коллективная ответственность. Стив, я пошел бы даже немножко дальше, чем то, что ты сказал. Понимаешь, какая ситуация? Более того, люди, которые приехали сюда, это, скорее всего, они, ну, скажем так, значительное большинство не поддерживают. Те, кто поддерживают, сидят там. Здесь редко поддерживают, так сказать, то, что там творится. Те, кто находится здесь. А большинство людей именно недовольны. Они приехали сюда и живут здесь и так далее. То есть я с тобой совершенно согласен.
то, что, так сказать, кто-то пытается заработать очки перед клиентами и снимает, так сказать, водку, которая сделана в Германии, но со словом «русское», что я могу сказать? В истории даже нашей страны подобные вещи были много раз. Людей били на улицах, людей сажали в концлагеря. Я намекаю на японцев, которые честно работали в Америке. Их посадили в концлагерь, потому что они потенциально могли быть шпионами Японии во время Второй мировой войны и держали людей, которые, ну, они к той Японии не имели, они давным-давно приехали сюда. То есть, и точно так же после Второй мировой войны издевались и плевали, так сказать, на немцев, которые жили здесь еще до того, как они приехали после Первой мировой войны, над ними издевались. И потом было стыдно. И я уверен, что потом будет стыдно. Потому что те, кто сегодня жгут и взрывают Харьков и другие города Украины, они это одни люди. А те, кто сюда приехал, это те, кто бежал от всего кошмара и от того, что там творится. И они приехали сюда, потому что не хотят там жить. Теперь за это их наказывать, это с одной стороны. С другой стороны, русский язык. Вы меня извините, но четверть, может быть, треть Украины, они просто не умеют говорить на украинском. Они очень любят свою родину, Украину. Они готовы за нее проливать кровь. Они готовы воевать. Они готовы защищать свою землю от русских с красным паспортом. Но это русские с синим паспортом. Это большая разница. И многие этого не понимают. А у меня офис был в Харькове. Они крайне за украинскую власть. Они, так сказать, с пулеметом и с гранатой идут на танк, но они не говорят на русском, они не говорят на украинском. И обожают свою родину, обожают свою свободу. Я еще могу поспорить, где больше свободы, на Украине или у нас. Я предполагаю, что на Украине было больше, чем у нас. Но это другой вопрос. Они это знают, это они понимают, они обожают свою страну, Украину. А они русские, потому что они не говорят на украинском. Как у них синий паспорт, и вот за него они готовы идти с гранатой на танк. А есть русские с красным паспортом. Это другое. Но, опять же, это не те люди, которые пытаются их убить, или не обязательно. То есть я практически... Ну, смотри, мы же не только про водку, смотри. А стали запрещать Пушкина, Лермонтова, Бетховена, авторов в европейских операх запрещают просто, Щелкунчика пытаются запретить. Но это совсем немножко по-другому. Вот тут я сегодня смотрел школу математики, которая русская математика, которая никакого отношения вообще к России не имеет. Это просто такой, я так понимаю, вид математики, который, ну, учение такое. Это сумасшествие идет по всему миру, и включая Соединенные Штаты Америки. Америка вообще всегда была толерантной страной. И вот это вот немножко сильно ужасает, что, конечно, никакого отношения ни Бетховен, никакого отношения ни Шелкунчик, или там еще, ну, не имеет никакого отношения, Бетховен, нет, я имею в виду, Шелкунчик не имеет никакого отношения, или много чего другого, не имеет никакого отношения к этой войне. Стив, понимаешь, какой стороны? Понимаешь, с другой стороны, это очевидно, что будет стыдно. По концовке. Очевидно, что потом все это будет, так сказать, будут над этими людьми смеяться. Как же так можно было сделать такую ошибку и хороших людей обижать, которые ничего плохого не сделали? Это очевидно с одной стороны. С другой стороны, когда идут боевые действия, происходят перегибы. Когда гибнут люди, начинаются перегибы там, где можно отыграться. А с третьей стороны, надо понимать, что Россия пыталась на территории Соединенных Штатов, как вот в последнем обвинении, запустить и проникнуть и создать пророссийское влияние на американское общество за счет концертов, за счет, так сказать, ярмарок, чтобы туда позвать сенаторов, конгрессменов, губернаторов и прочих мэров города, организовать, подкрасться к ним, подкатить, скажем так, и после этого коррумпировать и создать какую-то пророссийскую коррупцию. То есть, с одной стороны, это выглядит как благое дело, но русская культура, танцы, покушали пельмени, все шикарно, выпили водочки.
А с другой стороны, это было использовано, ну, по крайней мере, по словам ФБР, с целью подкрасться к кому, так сказать, власть российская... С помощью пельменей завербовать... Совершенно верно. И теперь мы имеем обвинение по статье «Иностранные агенты». Что я скажу? К сожалению, у тебя нет такого ощущения, что охота на ведьм? Как когда-то макатизм какой-то. Есть, но с другой стороны, здесь бегают и ведьмы тоже. Ну, ведьмы они есть. Но издалека заходят. Это то, что было сегодня. Сегодня арестовали двух агентов с иранскими фамилиями, которые подкармливали агентов секретной службы, которые работали и охраняли семью Байдена. Это было сегодня. У них иранские фамилии. Никто не сказал, что они с Ирана. У нас же демократия. Ну, я знаю, что это иранские фамилии. И они дарят им компьютеры. Они 40 тысяч долларов оплатили им за рент квартир агентам. И очень-очень близко к ним подобрались. Обвинили, арестовали. Я не сомневаюсь, что пройдет еще несколько недель, у нас начнется здесь какой-нибудь, так сказать, гарды охраны исламской революции, и выяснится, что вот это, что это оно и было. Вот у меня такая чуйка, может быть, я ошибаюсь. Ну, тогда Владимир говорит так, я извиняюсь, конечно, что я говорю, затягиваю эту тему, но тогда семейство нынешнего президента надо все арестовать за шпионаж по сторону китайской разведки. И продали всех секретов Америки китайцам. Но почему-то у нас как-то избрычное, у нас называют сейчас законодательство избрычное. Вот одних можно трогать, других нельзя трогать. Вот Хантера Байдена трогать нельзя, хотя там все. От государственной измены до коррупции. Вот его трогать нельзя. И Клинтуша трогать нельзя за использование секретных материалов и всего остальное. Как-то у нас все очень странно получается в нашей стране. Меня это очень пугает в последнее время. Что такая у нас политика двойных стандартов, что вот этим можно, а вот этим почему-то нельзя. Акаш, такой вопрос у меня к тебе. Как там наш дедушка поживает в Белом доме? Он обещал помочь украинцам, обещал дать беженство и все остальное, а тут на границах такое происходит, люди в кемпах живут, то пропускают, то не пропускают, и вообще непонятные вещи. Ты чем слышал, что на границе происходит? Вы знаете, да, слышал, я сижу на, так сказать, на практически, ну, на всех крупных форумах, которые акцентируют свое внимание на, так сказать, на Тихуану, на Мексикале, на вот все вот эти переходы, и те, кто помогают украинцам, ну, это большинство, и те, кто пытаются помочь россиянам, которые бегут от режима. Совершенно очевидно, что украинцев, в общем-то, пропускают быстро. Речь идет, ну, буквально 30 часов. То есть, так сказать, ребята с моего офиса, там с детьми, когда к ним залетело несколько бомб в Харькове на Салтовку, ну, наш офис решил помочь в эвакуации наших же работников, потому что это просто было невозможно. Это слушать, когда они просто сидят в метро трое суток. И буквально за 3 дня мы провели эвакуацию. А Тихуана пришли на таможню, сразу же вышли таможенники, говорят, у кого синие паспорта? Ну, они показали синие паспорта, они сказали, добро пожаловать в Америку, с ребенком запустили, все легко. С красными паспортами, похоже, американцы хотят показать немножко свое фе, но так это получается 3-4 дня, ну, неделька. Они их перекидывают и запускают, в принципе, в Калифорния, Тихуана, переход, достаточно легкий, нормальный, достаточно быстро. А Аризона держит подольше, там может быть даже несколько недель. И вот адвокаты из Техаса пишут тоже достаточно легко и достаточно быстро. Но вот сейчас, во-первых, тут как бы два крупных изменения. Первое изменение, то, что пришло, это то, что люди должны быть готовы с готовым кейсом, с готовым делом. То есть раньше они могли прийти и сказать, мне страшно. Ну и, в общем-то, заходи, не волнуйся. А сейчас, ну, опять, там, пока отпечатки пальцев сдали, пока они проверили, есть ворроты в других штатах, еще что-то проверили, так сказать, берет какое-то время. А сейчас они уже должны знать свое дело. Дело — это в смысле 200 страниц,
убежище, если это мы про россиян говорим, в чем проблема, то есть это должно быть подготовлено. Либо сам человек должен подготовить эти пару сотен страниц со всеми этими историями и так далее, какие там, что там у него происходило в России, ну или, как говорится, нанимать адвоката, наш офис, другой офис, ну кто-то этим должен заниматься. Так сказать, есть тяжело финансово, так сказать, там есть масса вариантов, как это попытаться найти на интернете. Ну, вот политика двойных стандартов. Люди пишут, я с этим согласен, я знаю. Вот зато афганцы, которые помогали американцам в Афганистане, которые бросили, до сих пор сидят на границе, их в Америку никто не пускает. Вы видите, какие у нас американцы, которые предали афганцев, предали своих помощников и бросили их там на растерзание талибов, и те, кто все-таки успели убежать, их в Америку не запускают. Видишь, какая политика двойных стандартов. Это как вот выгода в нашей стране, не запускают, невыгодно, не запускают. Вообще это все очень, ну, как-то очень некошерно выглядит и очень обидно за людей и обидно за нашу страну, что мы так себя ведем. Понимаешь? С одной стороны, да, с другой стороны... А вдруг там какой-нибудь ИГИЛ придет, набьет машину какими-нибудь удобрениями, сахаром и еще какой-то дрянью, и она нам разнесет какой-нибудь билдинг. А вот гражданам с красным и синим паспортом, украинцам и россиянам, такое придет в голову вряд ли. То есть, с одной стороны, конечно, стыдно, что не пускают наших афганских братьев, а с другой стороны, ну так не хочется взорваться. Я даже не знаю, что делать. Вот это пишет, а вдруг Азов придет? Я не думаю, что Азов будет заниматься тем, Азов, что... Азов нам взорвет машину? В Америке? Нет, это все. Ну, я думаю, это маловероятно. Смотри, а вот такая ситуация, вот, мне просто интересно, как у твоего мнения, как адвоката, есть очень многие бизнесмены с двойным гражданством, не как с российским гражданством, которые находятся здесь на политике. И вот по моим данным, и вот они проживают в Майами, они параллельно имеют, они здесь попросили убежище, потому что говорят, что у них в России все очень плохо, их преследуют. В это время они имеют бизнесы в России, и не просто бизнесы, а государственные контракты, и даже государственные контракты с ФСО, вот, допустим, к примеру, это служба охраны президента. А где-то когда-то в социальных сетях, сейчас, конечно, они это поудаляли, имели фотографии в обнимку с президентом России и все остальное. И сейчас они сидят здесь, а просят политику, но параллельно делают бизнес там. Вот, вот такие люди должны нести ответственность вообще перед американским государством? Понимаете, должны нести ответственность или не должны, решает агент Джонсон. Нарушение это или не нарушение? Это, ну, конечно, ну, конечно. Там идет отмывание денег. Там написано, что нельзя иметь с государственными контрактами. Это статья за государственные агенты. Это статья отмывания денег. Это, по сути дела, инвестиции в российскую экономику. Там статьи, такое количество, там такой длинный список, длиннее, чем борода Бен Ладена. То есть это совершенно очевидно. Что делать? Я не знаю, можно попытаться сделать комплаенс, но вот работать, скажем так, с российским военным комплексом, я думаю, сколько бы я ни сделал комплаенс, я вряд ли найду там дырки. Но это, ну, я думаю, это даже браться за такую поганую работу. Нет. Конечно, совершенно верно. Совершенно верно. То есть это совершенно нереально. Это какой-то кошмар, с которым ну просто уже ну, никак. Я думаю, что у тебя есть принципы, которыми ты не будешь поступаться, это 100%. Опять спасибо, мы, в общем-то, ответили на все вопросы, которые можно было ответить по поводу compliance. Мы выяснили то, что сейчас быть очень сильно осторожным, это как по минному полю, если у тебя есть бизнес, этот бизнес связан где-то с Россией, какой бы он ни был, то надо быть очень осторожным, прежде чем делать его дальше, и надо провести изучение, надо сделать compliance, надо понять, не подведет ли тебя этот бизнес под санкционный арест, я правильно понимаю? Совершенно. Тут как раз очень интересный вопрос. А может быть, можно сделать израильскую компанию прокладку? Ну, я рассказал про дубайскую. Вот, и потом через нее как-то вести бизнес. Знаете, может быть, можно. Надо садиться, разбираться, какая логистика, какие индустрии, что можно делать, для чего это делается. Может быть, возможно, получить лицензии. Я считаю, что, в принципе, скорее да, чем нет, можно что-то организовать. Ну, если это компания государственная, российская, наверное, там уже все будет совсем плохо. Но опять, надо садиться, позвоните. То есть, если короткий
короткая 10-минутная консультация, бесплатная, не вопрос, я отвечу. Иногда это просто сразу очевидно, так сказать, прямо по верхам, не вопрос. Дайте напрямую звонок, постараюсь ответить. Но, в принципе, самое страшное, что дикие сроки. У нас санкции – это административное нарушение, и к нему приклеено в 20 лет за это, 20 лет за отмывание денег, потому что она является, потому что это финансовая операция, и плюс мелкие брызги. То есть там реально несколько десятков лет в тюрьме, так сказать, в общей комбинации получается. И люди долго сидят. Я последние 20 лет только вот этим разбираюсь. Это при том, что санкций было ровно в 1000 раз меньше. Ну, может быть, несколько сотен раз меньше. Ну, понятно. Ребята, большое всем спасибо. Кстати, на следующей неделе у нас будут очень интересные эфиры. Если он у меня получится, к нам пойдет в гости человек. Имя его пока называть не буду, потому что это будет секрет. Один русскоговорящий, один из основателей канадского конвоя Freedom. И он нам будет рассказывать, как у них это все было, как это получилось, и чем все это потом закончилось. Будем как раз знать лично от человека. А также большое спасибо. Я надеюсь, что мы с тобой вернемся к разговорам в университетах. Помнишь, мы с тобой хотели обсудить статью о двух студентах, как все происходит, как вообще идет учеба, и как промывают мозги в университетах Америки. И мы, наверное, к этой программе вернемся с тобой. Это было бы очень интересно. Еще раз всем большое спасибо. Ставьте лайки, раскидывайте наши программы, чтобы другие люди видели, чтобы другие люди могли все это почитать. И, кажется, мы независимые люди, мы ни от кого не зависим, никто за это не платит, за то, что мы вот это вот ведем эти передачи, эти программы. Поэтому слушайте, смотрите, и мы будем стараться вам дальше рассказывать много-много чего интересного. Большое спасибо, Аркадий. Спасибо. И до встречи в прямом эфире. До свидания.